информативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей. В сети Алена Апина взорвала сеть неудачным селфи с Аллой Пугачевой. Да ну, не верю. С Аллой Пугачевой в принципе не может быть ничего неудачного. Фанаты шокированы, как ужасно выглядит на фото Примадонна. Фу-фу-фу, что такое говорите? Чем руководствовалась Алена Апина, выкладывая снимок, неизвестно. По мнению фанатов, она сама на селфи вышла не лучшим образом. А уж у Аллы Борисовны получилось совсем ужасно. Пугачева порвет за это фото. Уберите неудачно, иначе об этом будет вообще последнее фото с ней. Так это, наверное, не они. Да. Это двойники, 100%. Однако самые внимательные прочитали подпись Алены под снимком целиком. Ура! Первое селфи в этом году. Это Леша Золотов не сама, но весело уже. Вот. Так что на снимке рядом с Аленой пристала не сама знаменитость, а ее копия. Ну, это, кстати, было очевидно. Но напомним и как бы обратим внимание, что Алена Винницкая, ну, наверное, в поддержку псевдо Пугачевой тоже сделала не самую приятную физиономию. Вот так. Хотя, естественно, снимочек шороху-то навел. Поэтому, кроме того, что смотрите фотки, еще читайте, что под ними написано. Я понимаю, что на заборе все время написано, но